Друзья, всем привет! На данный момент редкий кадр, что у меня оба производителя вместе не дерутся. По крайней мере, они уже начали соперничать, так как соперничество у них появляется во время того, когда индюшки яйца несут, скажем так. А сейчас-то уже яйцекладка уже закончилась, они все равно лидерствуют между собой. Каждый доказывает то, что типа я тут хозяин. Вот они у меня два производителя. Красавчики мои. Почему-то вот индюшки любят у них хвосты клевать. Я почему-то, я не знаю, может из-за того, что у индюшек не так, как у них. Ну и еще и плюсом добавок индоутка тоже неравно дышит неровно к моим индюкам, моим производителям. Мои красавцы. Ой, какая красота. Ребята, посмотрите. О! Когда такое видели? Где такое видели, да? Мои мальчики. Это молодая индюшка. Вот на будущий год от этой индюшки, от этих, мы дождемся нового потомства. Так что вот. Смотрите, какая у нас красота, ё-моё. Красавцы, уже не дерутся, то-то-то, это хорошо. Мои мальчики. Вот бурбон. Этот темный, видите, два разных индюка. Даже по перьям, смотрите, перья у них по хвостам разные перья. Видите, павлины, павлинчики мои раскрылись, как хорошо. Красавцы, полностью кружат себя, показывают себя, какие они у меня. Ты на вас, мои сладкие. Видите, смотрите, как кружатся они. Ну, тот бурбон побаивается, вот этого первого. О, вот так-то. Мои мальчики. Ребята, у нас такой сильный ветер поднялся. Я надеюсь, что вы слышите то, что я снимаю. Да? Да, мои мальчики? Скажите, надеюсь, что вы нас слышите, нас видите. Видит, я 100% видит. Главное, чтобы ветер не сильно помешал. Да? Вот мои мальчики. Это вот мой молодой Федька. Но этому молодому Федьке, конечно, до них еще расти и расти. Нет, ну на будущий год, к весне, он уже будет такой, как вот эти вот. Взрослые будут. Вот. Мои мальчики. Это мои мальчики. Мои индюнашечки, красавицы мои. Люблю индюков. Вот индюки только вот так пышутся, а индюшки нет. Индюшки внимания вообще на хозяина, на хозяйку не обращают, так как индюки. Этот мой молодой. Индюки, как видят вас сразу же, пожалуйста, всю свою мощь, красоту показывают. Кружатся, типа, со всех сторон. Посмотрите, внимание обратите на нас. Да, мой мальчик. Этот вот черный. Черный индюк. Тут бурбоновый. Ой, ветер. Так что вот. Вот мои индюки. Мои красавцы. Они обниматься не дают. Гладиться не дают. Вот они вот всю свою мощь, красоту показывают, а к себе не допускают. Вот мои мальчики. Мои мальчики.